Привет. Ты уже говоришь? Это я уже говорю, да. Ты уже говоришь, окей. Да. Всем еще раз здорово. Ну что, сегодня едем, выдвигаемся в Архыз, что в Карачаево-Черкесии. Планируем хорошо отдохнуть, ну и посмотреть природу, может, что поснимаем. Ну что, говори. А, привет. В общем, мы долго собирались и решили поехать в сторону Тибета. В Архыз. Немножко не доезжая, там, пару километров буквально. Хотим получить море хороших впечатлений, снять это все на видео, чтобы это все было весело, интересно, главное, запоминающееся. Так что дорогу, путь. Virginia. She said her name was Alabama. She from a little town outside Savannah, where everybody talked that country grammar. She said she killed a man down in Atlanta. He beat her and he drank till he couldn't stand up. Step in front of a runaway train, just to feel alive again. Pushing forward through the night, it's so far, so far away. It's so far, so far away. Я веду репортаж из кабины автомобиля. Cold wind blows into the skin. Энергетик, адреналин, раш, сдается жилье, сено. Ура, мы в Архызе, всем привет! На фоне красивой речки, которая называется Большой Зеленчук, находится наш замечательный 5-звездочный отель «Красная скала». Ну там вот на третьем этаже расположились массажи. А это человек Руслан. Да, не, нормально доехали. Дорога в Краснодарском крае хорошая. Да. То есть Карачаево-Черкесии. Печальнее дорога, конечно, да. Намного печальнее. Ну не это только сегодня опечалило. Лично мой приезд. Так уж получилось, что я остался без грошей, где-то потерялся там живем, к сожалению. Поэтому, если вы нашли его, верните. Вот. Главное, скажи спасибо, что живой. Да, спасибо, что живой, да, спасибо, что деньгами. Вот. Ну, мы, слава богу, доехали. Пока погода нас приятно радует. И, кстати, надо показать, да, давай, эту речку. Да, это очень круто, она крайне чистая, как нам кажется.
Наверное, можно пить, но говорят, что очень холодное. И мне еще можно искупаться. Да, мне можно искупаться, но мы пока еще пока этого не проверяли. Наверное, Ice Bucket Challenge будет отдыхать. Да, ну посмотрим, посмотрим. Вот. Ну, что еще скажешь? Я еще скажу. Здесь, да. Здесь есть пик пионеров. Пионеров, пик да. Пионеров, да. С Щелина Ленина там и да, что-нибудь там крутское. А, ну, еще нужно сказать, что мы как-то надеемся на какую-то приятную гастрономию. Вот, что здесь будет вкусная, еда. Хорошая кавказская еда, да, что можно будет покушать. Вот, ну и... Да, ну все, наверное. Все, все давай, все, давай, все, вперед. Да. Всем еще раз привет. Мы тут приехали, нормально освоились. Константин. Ассалам алейкум всем. Это он опылился как бы. Но мы тут освоились, и есть несколько плюсов ситуации, несколько минусов. Но, вот это главная улица, между прочим. Да, сейчас я вам все покажу. Но, во-первых, нашелся мой кошелек. Это меня очень сильно порадовало. Но есть одновременно и минус в том, что он просто остался дома. Вот, оставшийся дома кошелек, это, как бы, конечно, и приятно, и неприятно. Вот, но это уже мелочь. Я надеялся на гастрономическое чудо в виде хаша, хинкала, но, как оказалось, здесь его не делают. Это поражение. Это поражение, провал. Вот, так что приходится заедать все лагманами, чинахами там и... простыми хычинами просто. По мнению моего славного друга славянина, я закушался. Вот. В принципе, все нормально. Че, дело к вечеру, погода регулярно здесь меняется. Ну и очень красиво. Фото можно будет увидеть дальше. Давайте. Это река Большой Зеленчук. Здесь очень красиво, река вообще голубого цвета, прозрачная, из него наверняка можно пить. Поселок такой интересный. Видно, что немножечко не цивилизованный, но даже хорошо, дикость привлекает. Здесь коровы ходят, овцы ходят. Здесь разливают воду всем нам известную, то есть это круто. И вот самое главное местное кафе. Это центральное кафе Архыз. Но я боюсь, что это скоро станет рестораном просто. Рестораном, да, или гостиничным комплексом. Или гостиничным комплексом. Все будет круто. Очень круто. Мы просто верим, да. В лучшее на самом деле. Чины с мясом. С мясом, с сыром. В общем, наши поиски завели нас. Шампур 300 рублей стоит. Мы не нашли хаш. Мы нашли вот такое заведение. Называется Шелковый путь называется. Шелковый путь, да, тут и такое. Внимание. Все в таком домашнем стиле, можно сказать. Да. В стиле Шелкового пути. Даже олень есть. В каждой семье есть олень. Да, в каждом доме должен быть свой олень. Так, что тут?